Госадминистрация Тирасполя совместно с коммерческими организациями города оказали благотворительную помощь семьям, воспитывающим детей-инвалидов. Более сотни продовольственных наборов получат особо нуждающиеся семьи. Госадминистрация, как правило, обращается к спонсорам, поскольку средства специально не выделяются именно на такую помощь. И сегодня, благодаря помощи фирмы «Опторгсервис» и фирмы «СИД», мы имеем возможность общественной организации, объединяющей семьи с детьми-инвалидами, оказать помощь продуктовыми наборами. А помощь она нужна. Вы знаете, когда хотя бы раз в год оказывают ее, а если еще это оказывает государство, то это мы чувствуем себя, потому что я сама мама больного ребенка, мы чувствуем себя, что нас не забыли. Пусть хотя бы раз в год о нас вспоминают, но помнят. Сегодня в Тирасполе насчитывается более 300 семей, воспитывающих детей-инвалидов. Оказывать им помощь государственная администрация намерена и в дальнейшем.